Поход на пару дней обернулся трагедией. 38-летняя Татьяна, приехавшая из Тюмени, сорвалась в расщелину на Усинских столбах. Происшествие произошло в эту субботу, 13 февраля. По данным Краевой службы спасения, сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 11:45. После загрузки специального спелеологического снаряжения, установки прицепа со снегоходом, оперативная группа из Перми выдвинулась к месту проведения спасательной операции. К месту происшествия направились также спасатели из Чусового. Параллельно велся сбор информации об обстановке на месте. Совместными действиями были выполнены работы по организации навески веревочных перил. Спасатели спустились к пострадавшей, поддерживали ее психологически, провели укладывание ее в специализированные носилки для выполнения работ в пещерах. Пострадавшую подняли на Усинские столбы. После подъема пострадавшую осмотрел фельдшер и началась транспортировка в Усю. Однако еще на пути к машине скорой помощи от полученных травм девушка скончалась. Опытные путешественники рассуждают, возможно, девушка оступилась и попала в трещину, укрытую снегом. Исходя из их опыта, говорят, зимой любые восхождения опасны вдвойне. Снег сливается с горизонтом, маскирует обрывы и расщелины. На обрывах могут быть многометровые надувы. Я всегда рекомендую не сходить с натопленных троп, всегда следовать каким-то меткам на деревьях, каким-то надписям и быть предельно аккуратным, следовать здравому смыслу. Спасатели напоминают, никогда не ходите в поход в одиночку. Используйте оборудование, обеспечивающее безопасность. Крайне важно исследовать природу по изведанному ранее маршруту или в сопровождении профессионального инструктора. По факту гибели девушки Следственный комитет проводит доследственную проверку. Юлия Рожкова, Андрей Соловьев, Константин Шумков, Ветта-24.